Церковь и государство вместе отметили 25-ю годовщину создания Мордовской епархии. На торжественной церемонии в Саранске присутствовали почетные гости и не только представители священнослужителей, но и вполне светские люди, которые оказали заметное влияние на возрождение православия в регионе. В истории региона православию принадлежит особая роль как в восстановлении государственности, так и культуры, морали, духовности. Об этом говорят представители власти светской на торжественном собрании, посвященном 25-летию Саранской и Мордовской епархии. Почетный гость церемонии Николай Меркушкин вспоминает, как начиналось церковное строительство. Я помню, как все тяжело начиналось. Владыка пришел ко мне и говорит: Николай, давайте проедем и посмотрим, в каком состоянии находятся наши храмы. В монастыре в Пайгарнском святые, кто в глаза был прострелен, кто в лоб, кто в висок. И вот эта картина, она тогда так оставалась. То есть так, как было, так как во время там, 18-19 году событий, которые там происходили, все было вот в том состоянии, в каком мы в итоге увидели. И это было страшно. Страшно почему? Потому что вот эта поездка, она в том числе на меня произвела очень глубокое впечатление. В том смысле, что можно, если каждый человек по тащичке, по гвоздику, с молотком, даже в самых простых условиях, можно обустроивать шаг за шагом жизнь, и будет жизнь улучшаться. Светские власти и сегодня высоко ценят стремление Русской Православной Церкви вернуть в жизнь общества те идеалы и ценности, которые в течение многих веков являлись духовными ориентирами. Именно поэтому государство принимает самое деятельное участие в возрождении поруганных храмов. Об этом говорит церковный иерарх митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Вы были, есть и остаетесь лидером мордовского народа. Где бы вы ни служили отечеству, вас любим. Столько вы сделали, это невозможно даже не сказать в моем большом слове. Поэтому благодарю вас, что вы сегодня вместе с нами разделяете это торжество. Владимир Волков подчеркивает, государство оказывало и будет оказывать помощь в реставрации церковных зданий и сооружений, многие из которых являются жемчужинами русского зодчества. Совсем скоро Краеведческий музей Мордовии переедет в собственное здание, а верующим вернут здание Трехсвятительской Нижнеказанской церкви в Саранске. Памятник архитектуры 18 века. С 1991 года в Мордовии построено и установлено около 400 православных храмов, 13 монастырей, открыты духовно-просветительские центры в разных уголках республики. Новые храмы часто появляются там, где их не было даже во времена императорской России до 1917 года. Памятные медали 25-летия Саранской и Мордовской епархии удостоены губернаторы двух регионов, которые оказали самое заметное влияние на возрождение православия в Мордовии. Митрополит Диновий вручает медали Владимиру Волкову и Николаю Меркушкину. Юлия Пурнова, Александр Данилов. Наши новости.